В программе концерта будет звучать Шостакович, Кабалевский, Прокофьев. Также зритель сможет услышать концерт Александры Пахмутовой для трубы с оркестром. Солировать будет Владимир Пенялов, лауреат международных конкурсов из Москвы. Ее обширное наследие включает не только песни, всеми горячо любимые, но и несколько произведений для трубы. В середине 20 века Александре Николаевне был сочинен концерт для трубы с оркестром. Он, к сожалению, не так часто исполняется на концертной эстраде, но концерт невероятно красивый, и песенная природа творчества Александры Николаевны прослеживается и там. В целом, на первый месяц лета зал органной и камерной музыки приготовил для своих слушателей массу сюрпризов. Так, например, 15 июня там прозвучит музыка кино, а 29 числа концерт Рахманинова. Лето – это всегда для нас особое время, потому что и город наполняется отдыхающими, помимо нашей любимой сочинской публики. Поэтому постарались сделать афишу максимально разнообразной. Конечно, курортные субботы, площадка нашего двора, фитнес-театр «Зумба», социальные танцы – это все в летний период цветет, как я уже говорила, самым ярким цветом.